На минувшей неделе в городском доме культуры прошел краевой песенный фестиваль «Сердце, тебе не хочется покоя», который впервые объединил в Славянске на Кубани 27 клубов пожилых людей и инвалидов. Подробнее расскажут мои коллеги. Среди участников 27 клубов пожилых людей и инвалидов. Клубные любительские объединения пожилых людей действуют на базе всех учреждений социального обслуживания Краснодарского края. По замыслу организаторов песенного фестиваля, Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, главная цель мероприятия – формирование активной жизненной позиции пожилых граждан и инвалидов. Он проходит не впервые в Краснодарском крае, но нам выпала честь нашему государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Краснодарского края, комплексному Славянскому центру социального обслуживания населения, взять на себя функции организатора. Министерство социального развития и семейной политики поставило в этом году проведение этого фестиваля именно в нашем районе. Выбор места проведения песенного фестиваля не случайен. Многие жители станицы хуторов Славянского района – творческие люди. Тому подтверждение – творческий коллектив «Кубанские песнялюбы». Нина Головнева – одна из участниц кубанских песнялюбов. Для нее участие в фестивале – прекрасный повод встретиться с друзьями и подарить им хорошее настроение. И мы рады тому, что мы удостоены такой чести участвовать в этом фестивале. Набираем обороты, мы будем стараться, мы будем всегда желать, хотеть и стремиться участвовать в таких фестивалях и в других районах. Несмотря на возраст, продлить счастливые годы можно всегда. В этом и есть главный смысл фестиваля. Нужно жить полной жизнью. И этот пример подают молодежи представители старшего поколения. Когда настроение у вас пропадет, и кто-то погасит улыбку, пусть к нам непременно сегодня зайдет согреться чайком на досвитках. Мы вместе хорошую песню споем, приветим и хлебом, и солью, а в праздник и щарку хмельную нальем. Полнее, чем кум на застолье, хороший и славный вам выдадим тост за добрую русскую песню, в которой не страшен метель и мороз, а жизнь во сто крат интересней. Все участники фестиваля – яркие творческие люди. И несмотря на свой пожилой возраст, они молоды душой. Для каждого из них краевой фестиваль «Сердце, тебе не хочется покоя» – яркий пример того, как упорный труд и желание петь могут объединить всех в дружную и достойную команду. Это общение, это мы сейчас увидели, здесь столько коллективов прекрасных казачьих, мы просто даже немножечко растерялись. Вот. Конечно, это общение, это обмен репертуаром, это обмен опытом, это для нас очень много. Радостные эмоции, теплое общение друг с другом – все это не могло не сказаться на отличном настроении участников. Фестиваль прошел в дружеской атмосфере, зрители слушали хорошие песни, с удовольствием подпевали, аплодисментами поддерживали каждых выступающих. Завершился праздник вручением памятных подарков, грамот участникам фестиваля. Наверняка новые знакомства, колоритные выступления и радушный прием надолго запомнятся гостям. Со сцены звучали слова благодарности всем участникам фестиваля, ведь они доказали, молодость – это не возраст, это состояние души. Великое счастье, что вам хочется петь, что вы выходите на сцену, что вы выходите из дому и идете репетировать. Для меня это вообще очень удивительно, и мне хочется быть похожей на вас, вот честно говорю. Не беда, что седина посеребрила виски, а паутинки морщин легли возле глаз. Главное, что все они молоды душой, и пока сердцу не хочется покоя, они будут петь.
Надежда Неткачева, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».